прежде всего расцениваем формирование сегодня новой площадки Евразийский конгресс по пластической реконструктивной хирургии и косметологии. И считаем, что это вообще знаковое событие. Здесь встречаются не только коллеги, которые обмениваются опытом, здесь встречаются друзья. Ну, это просто большое счастье. То есть это счастье и человеческое, и профессиональное. Собралась прекрасная команда спикеров. И из России, и из стран ближнего зарубежья. И всегда на любой конференции, на любом конгрессе, на любом мастер-классе ты где-то что-то все равно подцепишь. Это интересно, это тебя развивает. Хочется выразить гордость за то, что, выступая лично и видя с собой делегации вот, и присутствующих здесь наших представителей, отмечается высокий уровень и подготовки, и развития нашей специальности, и ее потенциал. Входят в жизнь новые технологии, все новые и новые, так сказать, разработки. И именно общение, именно такое сотрудничество позволит нам перманентно все это передавать идущему молодому поколению. Пластическая хирургия, она ведь направлена на качество жизни. И пока человек жив, качество жизни является, в общем-то, очень важным элементом его существования. Ну и сейчас активно развивается все то, что касается здорового образа жизни, долголетия, красоты и бьюти-сферы. Поэтому, конечно, каждый человек может как минимум жить 120 лет и должен прекрасно выглядеть. Пластическая хирургия – это не только красота, это и реконструктивная хирургия, восстановительная хирургия, микрохирургия и так далее. И нам, узбекским врачам, конечно, тоже хочется быть вместе с Россией, вместе с Казахстаном, Киргизией. И ну, это то сообщество, которое уже много лет существует и не хочется терять. Достаточно много посещаю различных мероприятий, и отзыв о данной конференции у меня очень положительный. Мы благодарны организаторам, потому что это непомерный труд.